Смотрим, как в этот раз получится. Я играю Heroes Storm. Какой ужас. Я чаще всего играю рейдером, так что поехали, начнем. Четвертый раз записывать стрим, чтобы попробовать, чтобы хоть что-нибудь выложить, начать. Я всегда готов. Он всегда готов. И я буду готова. Вот. Еще раз всем привет, я Луня. Я в четвертый раз буду рассказывать, почему я играю в эту игру. Вот, и вообще вся ситуация с стримом, твичом и всем остальным. Я первый раз пытаюсь застримить нормально. Я уже пару раз стримила, но видео не сохранялось. Но мне же хочется, чтобы хоть что-то сохранилось. Так что, если в четвертый раз у меня не получится сохранить видео, я забью нафиг. И буду просто играть. Буду просто играть и, короче, выкладывать на YouTube, записывать, и никаких стримов, потому что заманалась я немножко. Ух ты, интересно, а что она на YouTube выкладывает там? Я как-то не проверила. Ну ладно, посмотрим. Итак, призрачные копии. Спускайтесь под землю, собирайте черепа, создавайте мощных големов. Големы. Такое. Значит, почему я играю в эту игру? Я играла в Диабло 2, 3, видела Диабло 1. Играла в StarCraft 1, 2. Мне нравятся эти игры. И мне рассказали знакомые, что вот есть такая игра, где в одной игре много, несколько, ну, персонажей из разных вселенных. Думаю, круто, почему бы не попробовать. Тем более я играю в League of Legends. И для меня этот вариант очень даже подходящий. Так, я себя плохо слышу, но будем надеяться, это не помешает для записи. Так, Рейнер, вперед. Вот, WoW для меня только незнакомая вселенная, ну так, типа, смотрела, видела отдаленно, но не играла. Знаю все эти приколы, WoW, Dota, LoL, пыры-пыры, бла-бла-бла, ну, Heroes of the Storm, да, я очень ржачно называю эту игру. Heroes of the Storm. 4, 3, 2, значит, 1. Еще раз говорю, это я в четвертый раз уже пытаюсь записать стрим, и надеюсь, в этот раз что-нибудь, да что-нибудь нормальное получится. Не судите строго, я не великий геймер, но играть мне нравится, пробовать. Будем надеяться, компьютер зависать не будет, потому что он это дело любит. Я и так с самыми низкими настройками, трансляцией и всем остальным. Оп-оп-оп, куда? Оп, чуть-чуть. Ого, у нас тут много. А давайте сделаем КБ. Тут тоже много. Ломай, ломай, круши, есть, да. Еще один, ну, а? А, какой невидимка пришел? Ты откуда, Ваняша? Так, где я? Тихо-тихо, не умирать. И друзей не сдавать. Сейчас хорошо, спасу, конечно. Помогу, откину. Воины вперед. Сзади-сзади в кустах. Блин, чудик, невидимый. А-та-та-та-та-та-та-та-та, не хочу умирать, не хочу. Выпью сейчас из фонтанчика, который бегу до него. Рейдеры, вперед! Враги падут! Тройное убийство! Вау! Какие мы убивашки, а? Видали? Воины вперед! Скоро будет открыт. Еще немного, и мертвые пробудятся. О, видали, как я его? А-а. Тихо-тихо-тихо, ша. Путь в шахту открыт, еще не был. Че вы тут бегаете, короче? Я не подведу. Он не подведет. А вот мой компьютер, надеюсь, тоже. Ой, ё! Как меня не вовремя убили. Блин. Ты знаешь, что в этих землях нет вечного покоя. Доступны новые залоги. Лёва, вперед! Ну, ребята, ну зачем умирать? Мы же хорошие мяшки, надо еще не помочь, но он... Вперед! Так, где все? Где Патихар? Где Патихар? Где Патихар? Куда бежать? Сюда бежать? Окей, бежу. Ой-ой, за мной хвост! Хвост за мной! Чуть не плохо. Чуть
Тихо, тихо, господи. Что я тебе сделала? Не, понимаешь, что у меня что-то похлопится? Но это не плохо. Фонтанчик здесь нет, чтобы мне полегчало, да? Да. Где наша команда? Что вы занимаетесь там? Вы думаете, вы вот это побьете одного голема? Не, ну чуваки, ну я так не играю. Поехали, не знаю. Хорошо, конечно. Так, у нас 46, да? Правильно, у нас 46, поехали. Справимся. Голем будет наш. Я не подведу. Окей. Я тоже хочу, наверное, показать кладбище голема. Я, наверное, что-то не так сделала, да? Ну, смотрите, вроде у нас големов больше. Сильнее будет наш голем. Восстаньте, големы! Не, не понял, чем уровнем отстаем. А ну-ка, ребята, подтянулись. Звучит неплохо. Я пошла защищать от голема. Я люблю защищать, потому что я справлюсь, я уверена. Все будет чики-пуки. Доступны новые таланты. Ой, блин, я не тот талант выбрала. Ваш голос сильнее вражеского. Видели, какие у них хвостики? Я тут одна, а вас тут много, и вообще, кого есть больше? Ломай. Мои големы пали, но не беда. Черепов всегда это в достатке. Доступны новые таланты. Я не подведу. Еще добить может. Просто идеальный персонаж. С моими боевыми разницами. Так, ну мы пока на уровне. Все нормально. Мы держимся, мы тащим. Надо, главное, черепочки. Я в деле. За мной. Вон, 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 я же вижу.
убили? Так, держать. Ты вернешься. Эй, никто помочь не хочет? Да, сейчас жду. Только можно лишь уничтожить этот форт. Надеюсь, я умер не зря. Всегда, пожалуйста. Так, бежим, 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 бежим. Не знаю, Вот Ника из фонтанчика. Что за читерство? Звучит неплохо. Сори. Неотложное дело. Рейдеры, вперед! Так, что там? Еще продолжают атаки с арт-сейтом? Еще не добили, да? Да, да, я тут помогаю, не вопрос. Поддержка с воздуха. Можно попробовать. Я не подведу. А чё я здесь одна осталась? Просто ахтунг. Фиг с вами. Пора моим големам пробудиться вновь! Так, ну наш голем снова круче. И это круто. Сильнее, чем у противника. Используйте ситуацию с умом. Да, полюбас у нас. Всегда полюбас. Чё он сдвинулся с ним?
ли мы еще вернуться, герои? Вперед! Кто хочет захватить лагерь наемников? Всегда, пожалуйста. Убивайте нежить, чтобы получить их черепа, герои. Итак, не отходим далеко, у нас уже 19 уровень, сейчас я живу, а мои котятки начинают... Вперед! Доступны новые таланты! Я не подведу. Ярости! Господи, как отсюда выйти? Бэкнуть отсюда можно? А мы идем защищать наш форт! Защищать гигантских воинов! Пожалуйста. Мы
я проиграла, но эту игру я выиграла. И я надеюсь, в этот раз она записалась. Как же я надеюсь. Итак. Так, победа приносит мне 75 золотых. Отлично. Так, я на время свернусь и проверим, в каком же состоянии мой... Так, если я нажму... Я сейчас останавливаю запись, так что всем спасибо, кто смотрел мой стрим. Я надеюсь, в этот раз он записался, и вам хоть чуть-чуть что-то понравилось, и, может быть, вы еще что-нибудь увидите. Всем спасибо, всем пока!